Понравилось? Да, мне так когда-то мне никто не дарил цветы. Никто никогда цветы не дарил? Это приятно. Видимо, я первый. Ты, да. ты будешь у нее первый, мне кажется, ага, это правда. Ага. Вот. Ну что ж, ребята, присаживайся, Ваня, рядом тогда. Передайте мне цветы, я их поставлю аккуратно в вазу. Итак, ребята, не хотите ли угоститься водичкой? Давай. Только как тогда, в прошлый раз, не пролей на меня. Не, не пролью. Даш, двинься немножко левее, вот сюда вот. Вот, а я вот сяду посередине. Итак, ребята, давайте проведем с вами, знаете что, знакомство. Давай. Если вы не знакомы еще, Даш, ты белая. Ну, свет тебя так очень сильно, видишь, как отбеливает по-жесткому. Все, вот так. Итак, Ваня, ты знаком с Дашей? Ну, есть немного, 50 на 50. 50 на 50 знаком. Даша, ты знакома с Ваней? Ну, так, немножко. Видела его в интернете, да? Да. Смотрите, давайте так сначала. Вань, сначала узнаем у тебя, что тебе больше всего нравится в Даше. Волосы. Волосы тебе в ней больше всего нравятся? Есть что-то еще, за что она тебе нравится? Ну, не знаю. Ноги? Действительно, длинные, хорошие ножки. Даша, к тебе вопрос. Что тебе нравится в Ване? Мне нравится. Мне нравится его стиль, одежда, как он одевается. Я видела фотки, там прикольные у вас были. Там у него такой прикольный, красивый лук. И сейчас он одет очень классно. Угу. Рубашка с Халком. То есть тебе нравится Ванин стиль очень? Да. Вань, встань, покажи свой стиль. Как вот ты вообще одеваешься, чтобы парни другие тоже взяли с тебя пример. Значит, чуваки, чтобы понравиться девочке, ну, например, Даше той же, вы должны одеваться примерно вот так. Ой-ой-ой, Ваня. Это очень круто. Ваня, это очень жестко. Мне Слушай, нравится. Мне тоже нравится. Слушайте, мы определились, что вас друг друге нравится. Давайте мы познакомимся поближе и узнаем друг от друга то, чего мы не знали до сегодняшнего встречи. То есть то, что мы не говорили в интернете, скажем друг другу вот сейчас на свидании. Вань, давай ты первый. Поделись с Дашей каким-то своей особенностью, о которой ты не говорил в интернете. А что я могу сказать? Ну, я смотрю ее тиктоки. Смотришь ее тиктоки? Да. Давно смотришь? Ну, примерно где-то 5 месяцев. Ого, давно смотрит. А ты? Ну, примерно, сколько ты меня смотришь? Как давно знакомы, да? Я очень давно еще видела. В году, так, 2021-2020. Ну, натыкалась, но не могу сказать, что прям смотрю активно просто. Ну, смотрю. Типа. Молодец. Кстати, Вань, это правда, что если у нас будет в прямом эфире сидеть 300 тысяч зрителей, то ты поцелуешься с Дашей, получается, в губы? Ой, ну... Правда, то есть, да? Да. Если ты... Нет. Это неправда. Это неправда? Это... Не знаю, кто это написал, но это фейк-инфа. Фейк-инфа. Даша, ёбни мочи. Ваниной? Да. Да. Я попробовал перед этим, она хорошенькая. Вкусная. Даша, кстати, это Ваня у меня спросил, только почему-то здесь не спрашивает. Ты, говорят, поменяла пол? Ну, типа, на кухне у тебя стояла плитка и... Типа, не меняла в доме технику, ремонт? Меняла. Меняла? И что там у нас, ламинат или кирпич? Ну, кирпич вряд ли не используют на полу, там кафель. А, кафель или ламинат? Ламинат. Ламинат. Неплохо, неплохо, слушайте, это очень даже хорошо. Ребят, значит, давайте сейчас серьезные темы поднимем. Уже успели почувствовать вкус работы после праздников? И думаю, конечно же, отдыхать намного лучше. С близкими или в приятной компании, вкусной еды и любимого сериала.
Так вот, праздник может продолжаться, если иметь финансовую независимость. А помочь в этом могут инвестиции. Но тут нужно разбираться, что к чему, чтобы не прогореть. И эту самую сложную работу берет на себя инвестиционная компания Avalon. Она анализирует рынок ценных бумаг, крипты и стартапов. Выбирает, куда нужно вложить средства, чтобы получить максимальную прибыль, и зарабатывает таким образом. Частью этой прибыли делится со своими инвесторами. Важно знать, что эта площадка берет на себя всю ответственность и гарантирует стабильный доход 1,3% к вложенной сумме ежедневно. Пока не поздно, ты можешь стать их инвестором, а их уже более миллиона по всему миру. Для этого нужно пройти простую регистрацию по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Выбирай подходящий тариф, начать можно даже со 100 рублей и с любого возраста. Ладно. Кстати, я был в бане неделю, и вот меня наконец-то разблокировали, и мы сразу же... Смотря какой бане? Как баня называется? Название бани какой? Какое? Какая баня? Сейчас буду. Заскамили. Заскамили мамонта! Так, как дела у тебя? А пальцы тебе мои не нравятся? Да нормально. Нормально? Да. Да, а, спасибо. Не очень приятно. Что ты делаешь? Что это? Что ты делаешь? Ну, что он делает? Фак. Что ты делаешь? Что он делает? Я не вижу. Я ничего не понимаю, если честно. Так, ребят, извините. Я не вижу чат. Извините. Ребят, что обсуждали? Мы... Пока меня не было. Мы... А, я спрашивал, как у нее дела. А как у нее пальчики? Как твои пальчики? Почему? А почему говорят, что у меня куриные лапки? Что у тебя? Куриные лапки. Нету. Нет у тебя такого. Обычные пальцы. Да, ребята. Ну покажи в камеру, может, типа, почему так говорят. Ну, типа, не знаю, вроде как не похоже. Вот. Вроде как не похоже. Он не боятся. То они не, не побоятся. Они боятся меня. Чат боится тебя? Зритель, думаешь, боятся тебя? Да. Смотри, это комментарии, это нереальные люди. Они не забоятся тебя, ну, они боятся только тебя в интернете. В реальной жизни они тебя, кажется, не забоятся совсем. Я бы испугался. Ну, я про... А что ж ты тогда здесь делаешь? Нет, я не про это. Я бы испугался, если бы включили страшный фильм. Дайте мне договорить предложение. То есть, если бы включили какой-то... Я хоррор? Как страшный фильм. Нет, это неправда. Ну, я так не считаю. Ваня, ты так считаешь? Нет, я не считаю. Вот, видишь, никто в этой комнате из присутствующих зрителей вообще никто так не считает. Это так, может, только мнение такое гулять в интернете, знаешь, но здесь никто так не думает. Вот. Угу. Ваня. Да. Я знаю, что хотел тебе сказать. Что? Смотри, когда ты последний раз был на свидании? На свидании? Ну, я был на свидании со Светой Соллар. Когда это было? Месяц назад? Да. Скажи, вот кто тебе больше нравится, Даша или Света Соллар? Ну, тут знаешь, и так, и так. То есть, как бы, то на полшишечки Даша, на полшишечки Света, да? Да, конечно. А Дашу бы ты на полшишечки, ну, допустим, там, что-то бы, ну, подарок бы какой-то, может, подарил. А я его не купил. Как не купил? Ты купил букет цветов. А, точно, я забыл. Ну ты его уже подарил. Я же говорю, у меня немножко плохая память, так что вот так вот. Только что вспомнил. Вань, скажи, у тебя есть к Даше какие-то вопросы интимного характера, нет. Интимного плана? Нет, конечно. Почему нет? Почему нет?
Потому что этой информацией я не владею. Какой информацией? Вопросы, а не информация. А, этими вопросами я не владею. Ну давай Дашу попробуй. Даша, попробуй задать к Ване, если есть такие, конечно, вопросы интимного плана. Потому что, как по мне, это важная часть знакомства, Вань. Да, это очень важно. Это очень важная часть знакомства. Даша, давай. Сколько у тебя сантиметров? Пенсил. 50. 50. Ой, ты чё? Помогите, скорая. Ваня. А? В этот раз мы не про школьный пенал говорили. А, да. Да, в этот раз мы не про школьный пенал. Я боюсь. Ну тогда 40. Я нет. А что? Нет, ну смотрите, мне кажется, что Ваня дико рофлит. Вань, скажи честно, это дикий рофл я с твоей стороны? Если бы я рофлил, я бы тебе уже сказал. Мне же будет пиздец. Ей же будет, наверное, неприятно с таким иметь дело. Я думаю, справимся. Думаешь, справишься, да? Да. Слушай, Вань, а вот у меня я к тебе вопрос. У тебя же... Даш, я думаю, ты тоже справишься. Вот у меня к Ване вопрос. У тебя же не было никогда интимной связи, да, с девочкой? Скажи мне, зачем она нужна? Интимная связь с девочкой? Да, да. В основном люди это делают просто от безделья, знаешь, вот нечего делать людям, вот лодыри там, понял, нечем заняться, и вот они занимаются подобным. Но я не лодырь, я спортивный человек. Угу. Но будут же моменты, когда, например, будет нечего делать, и вот, как бы придется вступить в интимную связь с Дашей. Вот у меня к тебе такой вопрос, у тебя же никогда такого не было опыта, правильно? Никогда еще не занимался любовью. Ага. Вот, скажи... Ты как думаешь, например, первый твой половой опыт с Дашей способен тебя как-то удивить или шокировать? Или ты думаешь, что ты справишься с этим и все будет хорошо? На самом деле 50 на 50, а там как посмотрим. 50 на 50, типа у тебя 50 сантиметров и... Блядь, ты выключила комп ногой. Сука. Даша, включи обратно. Не, стой, нажми отмена, быстро успеешь? А, мы вернулись. Стрим не остановился? Не знаю. Нажми окей. Вы только что закрыли. Настоящий. Узнаю, если трансляция остановилась. А, можно же проверить через... Трансляция не остановилась? Все работает, да. Все, супер, спасибо. О, да, ребят, у нас еще технические неполадки были. Чат удалили. Что это? Что это, Даша? Ну, Даша. Ты... Даша. Ёптель-теремоптель, Дашунь. Боже мой, ну ты поаккуратней. Даш, надо быть осторожней. Поставь камеру на место. Так я не могу. Она сломалась? Да. Вань, ты мужчина, покажи, как надо делать. А я что, знаю, владею камерой. Сейчас камеру. Ваня исправит. Давай, Вань, ну хоть сделай. Дай-ка сюда. Оп, там. Так, опачки. Да что ж такое? Извиняюсь, ребята. Извиняюсь. Давай. Опа-на. Даш, давай ты поставь, где она была. Аккуратненько. Даш. О, наконец-то. Мы вернулись. У нас технические неполадки были. Удали чат, Даш. Нажми delete на компьютере. Я нажму. А то чат забагался, поэтому мы его уберем. Вот так просто сделаем. Итак. А как нам чат читать-то? Нужно читать чатик, да? Ну давайте сейчас я открою быстренько. А где? Он закрылся. Так сейчас я его открою, Ванёк. Все, открыл чат. Так, что у нас пишут? Ага. Ребят, я случайно чуть компьютер не выключил. Да. Все, я теперь его убрал. Да? Так, пишут Мэкаинджи. Кто пишет такое? Подписчики пишут, что мы кринжи. Кринжи. Такого быть не может. Даш, поправь, пожалуйста, камеру, чуть-чуть ее вниз. Можешь поднаклонить? Или не надо, даже повернуть просто, да, вот так. Даш, а почему ты вся такая светлая? А я что-то не считаю себя кринжем, если честно. Но это чисто ваше мнение. Так что пишите, что хотите. Так, но я не считаю... Так, Ваня. Да подожди ты. Извини.
Но я не считаю себя кринжем, если честно. Хорошо, вот так их. Дураков. А еще я хочу от себя добавить, что у нас сейчас 170 тысяч зрителей. Если будет 250, то Ваня целует Дашу в губы. Нет, на 250, Даш. Вот. Ну, это я так от себя добавил, чтобы они поняли, что это они кринж еще, знаешь, накинул им. Такое вот. Как бы челлендж. Вот, сейчас быстренько мочи хлебну. Бля. Как вкусно. Ну, было неплохо. Ты было постарался. Молодец. Вань, ты, кстати, тоже должен будешь на свиданиях так себя, ну, так делать, потому что это показывает, как бы, женщине, как правило, кто... Да и чего ты знаешь, как-то некультурно, если честно. Ты так считаешь, что это некультурно? Ты вот так вот положил стакан, чуть его не сломал. А, это было некультурно? Да. И на этот момент да. Было некультурно? А то, что было до этого, все было культурно? Ну, 50 на 50, если честно. За стакан извиняюсь, что он чуть не поломался. Я не хотел. Дальше что у нас? Я бы хотел, Ваня, у тебя спросить. Тебе нравится Даша? Ты бы хотел с ней состоять в отношениях? Хотя бы пробных таких тестовых отношениях. На неделю. На неделю, например. Хотел бы ты начать сейчас с ней встречаться, например, и попробовать. Ну, понравится тебе Даша, не понравится? Я готов, пошли. Подожди, ты готов с ней встречаться? Подожди, ну ты должен узнать у Даши мнение. Даш, ты готова, например, Даша, с Ваней? Даша, ты готова? Хочу. Ты... Вот, она тогда... готова, она готова. Тогда знаете, что сделаем? Сейчас приведем твоего папу и покажем, получается, твою новую, нынешнюю девушку папе. И узнаем, ну, его мнение на этот счет, его реакцию. Познакомишь заодно их, давай? Да-да-да. Давай, сейчас тогда папу приведем. А ты видел мою новую фотку в Инстаграм? Конечно, видел. И что скажешь? Ну, супер, класс. Тебе нравится? Да, нормально. Я рада. Что? Не пиздишь? Лайк. Правда? Лайк, да. Итак, Сергей, заходите. Ваня. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что я хочу сказать? Даша... Ваня, подожди, ты должен встать, познакомиться. Давай, да. Встань, познакомь. Папа, это Даша, моя девушка. Здравствуйте, да. Даша. Здравствуйте. Как давно вы встречаетесь? Да. Присядь, то есть, ну, познакомь, расскажи про нее. Как вы познакомились? Как вы примерно все... неделю. Неделю назад вы познакомились? Да. Сергей, как вам Дарья, как вам Ваня вообще? Вы... Красивая девушка. Красивая? Да, я тоже так считаю. Ваня нравится Даша? Конечно. Все, нравится Даша, Ваня. Ну, это самое главное. Самое главное, чтобы нравилось. Чтобы нравилось Ване. Да. Вот Ваня, получается, скоро приведет ее к вам в дом, и она будет готовить вам, получается, утром яичницу. Да. И кофе, да? И кофе. Да. Хорошо. Это очень же, ну, хорошо. Она приличная девушка, я считаю. Да. Я понял. Ваня, ты так считаешь? Ну да. Великолепно. Великолепно, ребята. Я надеюсь, что вы будете очень, как бы, счастливы. Хорошая семья. Да, что это будет хорошая семья, без, знаете, без сюрпризов, как оно иногда бывает, без подвоха какого-то, знаете, просто обычная такая семейная атмосфера. Это вот мне очень радостно наблюдать, когда вот так оно в жизни происходит, когда люди вместе там образуют семью, образуют вместе какой-то коллектив слаженный. Вот. Ваня, как вы думаете, уже с Дашей целовался? Я не знаю, это их не дело, это не мое дело знать это, целовался он или нет. Ну да. Это дело личное ихнее. Ну да, тоже верно. Супер-пупер секретное. Да, вот правильно сказал. Супер-пупер секретное. Ну пусть держит это секрет. Это дело молодежи. Молодежь занимается вот пусть тем, чем хочет. И это вот ихнее дело, это ихнее дело, чем они будут заниматься. Я туда лезть не должен. Это никак. Все верно, это все верно. Спасибо вам, Сергей, большое, что вот, Ваня, пожми руку отцу. Даша. Поздравляю. Вот, Сергей был. Все, вот. Спасибо вам, Сергей, мы тогда принесем сейчас детектор лжи и будем проверять Ваню на вранье. Чего? Да, у Вани, к Ване есть вопросы касательно. Да. И Ваню, и Дашу мы будем тоже проверять на вранье. Хорошо, меня хорошо. Меня. Ладненько. Давайте, Сергей, вместе сходим с детектором. Мне не надо проверять.
Ну зачем он нужен, этот детектор лжи? Ну, он в... Этот детектор лжи уже и так врёт. Пусть руку целует невесте. Кого целует? Невесте. Что ты боишься мою руку? Не, я не боюсь твою руку. Она не кусается. Я знаю. Даша тебе покажет, как работает. Спасибо. Итак. Я же видел этот детектор, детектор уже у кого-то. Да, сейчас вот проверим. Да, это детектор The Light Detector Game 2.0 Super Version. Настоящий. То есть он всегда говорит правду, потому что он... Боже, я видел. В ТикТоке у кого-то. Бустера? Наверное, да. Итак. The Light Detector Game 2.0. Чё, как он работает? Как он работает? Мы задаем вопрос. И в микрофон даем ответ. Да или нет. Отпускаем. И детектор выбирает, было ли это враньем, или было это правдой. А чё ты сейчас сказал? Я сказал привет. И он сказал привет. Зелёненьким ответил. Понял? Так это же не вопрос был. Это был вопрос. Ну ладно. Итак, начнем с кого? Кому? С Вани. С Вани начнем? Да. Ваня, к тебе такой вопрос. Нравится ли тебе Даша и хотел бы ты с ней почики-бринкаться в туалете? Да. Дашу, тебе попался... Тебе попался кавалер, который тебя не обманывает, глядя тебе в лицо. Ну не в туалете же. Ну, потом выберем другое место. А где, в подвале? Вообще-то. Давай в подвале. А-а-а, в подвале у детей. Что ты что? Ваня, быстро встал, пошел умылся. Быстро встал, пошел умылся. Быстро встал, пошел умылся. Я через минуту пойду. Быстро Что? Я чуть не понял, подожди. Не страшно. Какой-то непонятный рофл был. Присаживайся, Вань. Присаживайся, Вань. Какой-то очень странный рофл был. Да, но... я ж дикий рофл, ты знаешь. Ну да, дикий рофл, он, конечно, да. Мы все поняли. Я гений рофла. Это правда. Да. Это правда. Спасибо, Вань. Теперь вопрос у нас к Даше. Дашунь. Итак, нравится ли тебе Ваня? И хотела бы ты с ним, например, завести семью, детей, родить ему ребенка? Да. Даша, ты чего? Подожди, Вань. Подожди. Это неправда. Не, подожди, Даш. То есть ты бы не хотела родить от Вани ребенка? Да он пиздит. Это неправда, это игрушка обычная. Это настоящий детектор, Даш. Хорошо, сколько стоит детектор уже? Это я его покупала за... очень много денег. Подожди, Даша, а в чем проблема? Почему вы не сможете с Ваней, вот почему не хочешь рожать ему ребенка? Ты веришь это вот этой штуке? Ну, это же детектор лжи. Это же детектор лжи. Ладно, я, наверное, не поняла вопрос. Может, не поняла вопрос, и ладно, спросим немножко по-другому. Я правда хочу. Она хочет, Вань, просто вот может, сейчас мы его... Ты думаю, все, сейчас он будет работать как надо? Сейчас все исправим. Итак, Дашуль. Скажи, как тебя зовут для теста? Просто для теста детектора. Даша. Да, да, это Даша. Да, действительно. Я тебе паспорт могу указать. Покажи хочешь? Паспорт. Там возьми. Ты что, его на стриме собираешься показывать? Нет, я не покажу. Покажем, только тебе. Ну, можно. Мы же будем с тобой на 14 странице. Так, что пишут, кстати? Ну он вот, ты что, его не видишь? Нет. А-а-а. Он такой, типа, розовый. Вот это? Ясно. Нет. Ну подойди, покажи, где он. Вот он. А, это он? Да. А, он странный. Не открывай. Не открываю. Итак, Ваня, давай вместе посмотрим паспорт Дарьи. Давай. Гадая, Алексей. Ну что ты читаешь все? Не читай всю информацию, не читай туда всю информацию. Так, ага. Пол, читай.
Ясно, ясно. Я же говорила. Ну да, в паспорте не лгут. Да, в паспорте не лгут. Вы знаете, Даша не соврала, сказала правду. Сказала правду. Понятно вам, блядь. А про уши я так торопился на этот стрим, что забыл взять свои ушки. Но ничего страшного, меня и без них узнают. Итак, Дарья, спасибо за честность. Ваня, спасибо за честность. Но вопросы на этом не закончились. У нас остались еще каверзные вопросы. Хорошо. Давай. Итак, Ваня, тебе такой вопрос, чисто теоретический. Допустим, вы с Дашей в отношениях уже находитесь один год. Представил, да? Вы целый год вместе. И тут ты узнаешь, что Даша когда-то была Максимом. Какова твоя реакция? Примешь ли ты это или нет? А нет. Ты это примешь, Ваня. Ты это примешь, Ваня. И дай мне руку, я тебе пожму. Ты говоришь в интернете... Обнимитесь. В честь этого. Вань, я тебе объясню. Смотри, ты в интернете говоришь одно, но на самом деле думаешь по-другому. И это правильно. Это хорошо, Вань. Главное, я тебе дам совет, слушай свое сердце. Делай так, как тебе велит твое сердце. Иди только вперед. Но к тебе, Дарья, тоже есть такой вопрос. Давай. Ты, девочка, с сюрпризом? Нет. Что это такое? Как бы и с сюрпризом, и без сюрприза такая девчонка. А, ясно. То есть как бы будет и весело, и как бы иногда будут какие-то приколы у вас в отношениях. Ага. Ну что ж, у меня больше вопросов не осталось. Только если у Вани есть какие-то вопросы, он хочет задать на детекторе лжи, пока у нас такая махина в распоряжении. Если ты что-то хочешь важное спросить у Дарьи. У меня даже ничего нету. Нету вопросов? Нету. У тебя? Только ты много вопросов не задавал. А, ты читаешь это «Красную фурию», комикс такой. Да. Я тоже читал. Сколько ты выпусков ты прочитала? Пока ноль. Да, это правда. Неплохо ты читаешь. А ты? А я 50 выпусков прочитал. Слушай, Вань, а ты фанат, получается, комикса «Красная фурия»? Да. Угу. Даша, мне кажется, тоже в коем роде фанатка, тоже прочитала. Ноль. Я не только фанат «Красной фурии». Я начала, слушай. Я фанат «Писобоя», «Майора Грома», «Экслибаюм», «Метеоры» и «Игоря Грома». Да. А Игорь Синяк? Нет. Нет, ты не фанат Игорь Синяк? Нет. Почему? Почему? Красивая девушка. Игорь? Игорь Синяк? Ну, возможно. Я, к сожалению, им не интересуюсь. Ну да, все правильно. Ваня не интересуется Игорем Синяком. Ну, и ладно. Дарья, расскажи вот что. Я вот сейчас, когда ходил в тумбочку, чтобы достать твой паспорт, я нашел какую-то странную очень штуку. Она, а что ты там нашел? Она большая и черного цвета. Эта штука огромная. Зачем ты туда смотришь? Дарья, просто скажи, пожалуйста, что это такое? Вот. Что это? Ничего. Ничего. Сейчас узнаем, действительно ли это ничего. Это не ничего, вот говорит у нас тут аппарат, ты, что ты, это... А, ты фломастер, что ли, нашел? Это фломастер, ребят. Это... Вань, иди сюда, я тебе покажу. Бля, что ты там увидел? Да. Ой, извиняюсь. Вань, как думаешь, это фломастер? Как думаешь, это фломастер, Вань? Нет, это не фломастер. Это не фломастер? А что же? Что же? Это жуткий кошмар. Коля, ты видел, какое у меня мыло? Что у тебя? Ты видел, какое у меня мыло? Мыло какое у тебя? Нет, не видел. В ванной? Да. Там на машинке стоит. Блядь. А тебя не смущает мой голос? Нет. Нет? Нет. Тебе нравится? Да. А что у тебя с голосом? Что? А что это за мыло? Коль, я не понимаю, что ты делаешь. А, я узнаю так у неё. Я так у неё узнаю, что это за мыло. Обычное. Обычное мыло? Типа, не понимаю, что ты делаешь. Это... Ну, покажи ему, Дарья, как надо. Угу. Если это какой-то язык общения, то я его не понимаю. Это такой язык общения, да. Такой, да.
такой своеобразный, назовем его. Иван, как ты относишься к БДСМ? А что это? Что это такое? Я не знаю, что это такое, объясните мне. Скажите, пожалуйста, я тоже не знаю. Так, что в чате пишут? Да, надо прочитать, что в чате. Добыть кекс. Тебе кекс понести? Вы хотите сделать тут кекс какой-то устроить? Нет, ты не понял. Кекс в смысле еда. Ну я так и подумал. Вы хотите устроить какой-то кекс, типа сделать еду? Да, ну, но... этих самых... нет у нас кексов. У вас дома нет кексов или в принципе... Мы сделаем их. Вы сделаете вместе кекс? Да, приготовим. После стрима давайте займемся кексом, типа, на кухне. Все. Можем втроем, можем... Да, можем папу твоего позвать, чтобы он помог. Ага. С выпечкой. Позовем? А, да, хорошо. Будет круто. Будет очень круто. Мы с Дарьей, получается, займемся, получается, выпечкой, а вы с Сергеем, получается, займетесь тоже выпечкой. Ну, Даша будет выпекать кексы, я буду выпекать кексы, а вы будете выпекать Дашу. Ну, точнее, выпекать вместе с Дашей, помогать ей там. Хорошо. Подносик там. Я согласен. Супер. Супер. Мне такого еще не было. Такого опыта еще не было, да? Не было. Мне кажется, тебе понравится. Я не умею готовить. Научим. Подожди, кстати, Даш, да. Ты не умеешь готовить? Кстати, да. Ну, я только доставка. Доставка. Вань, твоя реакция, что, вот получается, твоя нынешняя девушка не умеет готовить. Как ты к этому относишься? А что это плохо? Я думаю, мы ее научим. А, это неплохо, но... Скажем так, что я хотел сказать? Это неплохо, вы ее научите, да. Но... И что-нибудь приготовим, да, точно. И что-нибудь вы приготовите. Видишь, Даш, он не убегает от проблем, когда возникают с тобой какие-то проблемы, он готов их принять или решить вместе с тобой. Это на самом деле, Ваня, это очень хорошее качество, ты очень хороший, да. Очень хороший человек, очень хороший кавалер в этом плане. И я буду действительно рад, если у вас с Дашей что-то сложится, что-то получится. Ага. Ты тоже будешь рад? Да, я тоже буду рад. А ты, Даша? Что, Даш, ты тоже будешь рада? Даша тоже будет рада. Это очень мило, что так оно в нашем мире происходит так, что вот просто люди встречают как бы друг друга, казалось бы, в сложный период, и да. Находят общий язык, общение, и как-то друг друга поддерживают, помогают, и идут вместе до самых звезд. Кстати, да. Это же очень прекрасно. Это круто. Угу. Это круто. Вань, можно тебя поцеловать? Ты что? Ну, я просто хотел так. Интересно, какой это ориентации? Ваня, папа уходит, давай проведем твоего папу. А, да, хорошо. Идем, Даш, давай тоже проведешь папу к Ване. Даш, ты пока постоим, а мы его проводим. Я говорю, Даш, идем папу проведем, а Ваня говорит, Даш, ты постоим. Я слушаю из тебя. Идем, Ваня, папу проведем. Вань, ты куда подвинулся? Мы идем папу проводим. А, точно. Всем привет. Есть парень. Мальчики, я не знакомлюсь, блядь. Ясно? Есть парень. Сейчас он вернется, он таких, блядь, вам даст. Все, блядь, это. Найс, яйца, Макс. В смысле? Какие яйца? Не поняла, подожди. А сколько у тебя сантиметров в стейке? Скажи, пожалуйста. Блядь. Даша, что произошло? Ваня, спроси, что произошло. Она грустная сидит, расстроена. Что у тебя произошло? Даша, что случилось? Меня ненавидят. Кто ненавидит? Меня спросили, сколько сантиметров стейки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы что, дорогие друзья? В стейке это типа на то, что в туалете стояк? Я не знаю. Сколько сантиметров у тебя стояк в туалете, типа? Я могу пойти померить, если вы что? Вы что, обидели Дашеньку? М?
Ваня, хорошо. Вот правильно уже защищаешь. Вы получите, я же вам сказала. Вы получите мощнейший удар от моих мускулов. Понятно. У-у-у. Ребята, это прекрасно. Это прекрасно. Как возникла проблема, пришел мужчина и решил ее в секунду. А девушка его еще и в этом поддержала. Это просто... Факт. Это прекрасно. Но я не понял одного. Мне надо идти мерить стояк в туалете? Не надо? Окей. Просто... Чтобы не интересовались больше. Ванек. А. Ты не брился, да? Ну да, я немножко не боялся. Бреешься только по брасникам. Да. Мне почему-то кажется, что сегодняшний день, 4 февраля, это самый настоящий праздник. А какой сегодня праздник? В день, когда вы с Дашей начали встречаться. Это не праздник, это просто встреча. Что? Я считаю, что это праздник. Ну, знаешь, я бритву не нашел, она лежит где-то далеко. Ну, ладно. Ну да. Ну, по-моему, у Даши есть бритва. У тебя есть бритва? Ну, побрить там подмышки. Там. Есть. А. Есть. Вот. Получается, мы можем после стрима конкретно побриться. У меня на бритву триггер. Почему так? Что такое триггер? Не знаю. А что тебя смущает в слове там бритва, бритье, побрить, что-то? Что именно плохого? Я вот брею, например, подмышки. У тебя бритва какая? Электрическая? Блядь! Какой бритвой пользуешься в основном? Какой гелем для бритья пользуешься? И что бреешь в основном? Ничего не брею. Отстанься. Ладно, все. У меня триггер реально. Ну ладно. Хватит. Просто хотелось поинтересоваться, что ты бреешь. Бритвой. Естись. Что я брею? Подмышки. А еще. Помимо подмышек? Интимные зоны. Какие? Например, могу побрить очко. То, ну я себе брею там раз там в месяц. У меня триггер. Это слово не говори, пожалуйста. Ну ладно. Вань, запомни. Это уже надо при первом знакомстве запоминать, что такое триггеры. У Вани тоже есть триггеры, я тебе скажу. Тихо, Ваня. У меня электрическая бритва. Но я про другой твой триггер скажу. На что тебя именно раздражает, чтобы ты не слышал? Закрой уши, чтобы она тоже знала. Его раздражает, когда ему говорят: Ваня, лысый глобус, сел в автобус. Все, Ваня. Все. Я же услышал это в нарезках. Да, ты услышишь это в нарезках. Да нет, мы просто попросим зрителей не нарезать. А зрители, можете не нарезать то, что я передал Даше про Ванин триггер, чтобы Ваня это не увидел в нарезках? Потому что если Ваня... Знаешь, какой-нибудь смело появится, который это сделает на нарезке. Думаешь, что-нибудь да все равно нарежет? Да. А мы нарежем, знаешь что? Мы пойдем на кухню, нарежем огурцы в салатик, там, помидорчики. А, ну можно. Можно? Да. Вот, такая небольшая у нас нарезка овощей будет. Да. Вот. Ребят, не хотите станцевать танец медленно? Медленный танец? Ну да, есть желание станцевать медленный танец. Ну давай. С Хилми. С Хилми? Да. О, давайте с Хилми станцуем. Хилми, иди сюда. А ты пока отдохни, Даш. Ты знаешь, он устал уже. Даш, ну Вань, ты должен танцевать медленный танец только со своей девушкой, а не с ее подругами. А, ну, в принципе, можно и Даша. Не, ну подожди. Сейчас Ваня поинтересуемся. Ваня. Потому что Ваня сказал, что хочет танцевать медленный танец с тобой. С тобой, он говорит, не отдохни. Он мне говорит, отдохни. Можно с вами обоими. Мы же сестры. Давай так, Вань, кто тебе больше нравится, Хилми или Даша? Ким, Ким. I'm Ким Кардашин Вест. Она Ким. Даша. И Дарья. Мне больше нравится Даша? Ну ты же скажешь, что ты хочешь потанцевать со мной. Я передумал. Дэм, Ваня, дэм, это жестко. Это жестко. Почему ты меня так опрокидываешь? Не волнуйся, все еще наладится. Да, тебе хорошее мнение, на самом деле. Спасибо. Спасибо, Хил. Нет, Вань, ну ты жестко, дай 5 минут. Ты именно так, именно как надо решаешь вопросы. Именно на корню сразу рубишь и вообще не стесняешься. Видишь, Даша, он как бы случайно обознался в начале, но он только что признался во всем, что ты ему нравишься и все такое. Ребят, знаете, что мы можем сделать? Если у вас есть звук, я предлагаю, мы можем снять ТикТок. Под что именно? Прямо на стриме под какой-то звук, например. У меня есть набор звуков. Сейчас я выберу какой-то... Лифон. Лифон? Да.
Покажи ему лифон. Правда? Ну, типа танец. Ага. Я такой уже, правда? И такой... Типа так он танцуется. А, ты знаешь уже танец наизусть? Да. Слушай, ну тогда сейчас я его включу. Танец собрал 4 600 000, кажется. Как, у кого он столько собрал? У меня. А когда ты его танцевал и почему он столько собрал? Я танцевал где-то 3 недели назад. Серьезно говоришь? Да. А ты фотку мою видел? Какую? Где-то там в черном, да? Да. Видел. Что ты с ней делал? Я? Да. Скоро узнаешь. Ты что-то делал с фотографией Дарьи? Да. Вань, я нашел звук телефон. Вот этот вы хотели? Боже, нет! Нет? Колян, ты, конечно, чудной мальчик, но включи телефон, пожалуйста. Я, конечно, чудной мальчик, и я включу, пожалуйста, телефон, но... Ну, водичка бывает холодная. Водичка бывает холодная, чего? Водичка бывает очень холодной, Вань, если туда добавить лед. Поэтому давайте включим и станцуем под лифон, давайте. Давай. Ой, протяни руку Дарье, чтобы она встала. Давай дальше. Вот это невероятно. Итак, готовы? Ага. Я буду снимать, а вы, получается, пародируете. Угу, ну, лифон. Готовы? Встаньте ровно в ракурс. Ровно. Оп, и поехали. Да что ты опять включил-то? Выключи это, пожалуйста. Выключи. Ладно, все, извиняюсь. Удаляю сразу же ролик. Оля. Я удалил. Все. Сохранил. Нет, не сохранял, удалил. Я за ним послежу. Все, сейчас я найду. Именно лифон, да, вам нужен? Какой? Вам нужен ремикс или настоящий? Лифон. Окей. Ремикс. Да. Все, я тогда включаю. Так, вы готовы? Угу. Все, я запускаю. Ребята, получилось идеально. Посмотрите. Прекрасно. Вань, тебе нравится? Да, нормально. Отлично, сохраняем черновики. Ну только я делал в 2х, ну ладно. Присаживайтесь. Потом сделаем... Я делаю в 3х. Меня делали в 4х. Просто если... Просто ну, типа, пару. Просто смотрите, если делать в 1х, то как-то получается, то ли мы зависаем, то ли мы лагаем, то ли я ничего не понимаю. Если делать в 1х, то по промокоду никак... Ладно. Так... Еще рано для рекламы. Да, я согласен. Да вообще, в принципе. А, ну, кстати, по поводу рекламы... Кстати, подписывайтесь на мой Discord-сервер. Какой Discord-сервер? У тебя нет Discord-сервера? Есть. Нет. Есть. Там есть. Его держит Митя. Я держу. У тебя есть Дискорд-сервер, который ты держишь? Да. Хорошо, а как ты объяснишь рекламу на этом Дискорд-сервере? Почему на этом Дискорд-сервере рекламируют казино? Чего рекламируют? Казино. Там ничего не рекламируют. Не рекламируют ничего? Нет. Ладно тогда. Катана, слышишь? Поспам, пожалуйста, в чат ссылку на телеграм-канал не Моргенштерн. Я им обещал помочь завести им трафика. Там не Моргенштерн, а нормальные ребята, которые часто освещают меня, тебя, Дашу будут освещать теперь тоже, я их попрошу. Вот, не Моргенштерн, хороший информативный канал. Катан, поспай, пожалуйста, ссылку на их телегу. Чего не Моргенштерн? Туда ты будешь отправлять? Мы просто людям поделились с ними немножечко, дали им немножечко людей. Моргенштерн меня на весь интернет оскорбил. Серьезно? Да. Где, когда? Найди это в интернете, я его ненавижу. Что? Серьезно? Да. Что он сказал конкретно? Он меня обозвал на Д и на К. Сейчас, секунду. Но я не это и не то. Так что я, Моргенштерн, жду от тебя полных извинений. И ты на весь интернет сказал, что мне не возвращают родители бейтюсы. Но я сам их боею. Кто это? Моргенштерн? Ты опять Жожо звонишь? Не Жожо.
Алло. Да. Бро, мы сидим на стриме, и у меня на стриме Ваня очень хочет тебе кое-что важное сказать, у него прям накипело. И, бро, послушай, пожалуйста, Вань, скажи ему. Так, здравствуйте, дорогой Алишер Тагирович, вы меня оскорбили на весь интернет. Вы это понимаете? Прости, пожалуйста, Иван. И еще ты сказал, что мне запрещено брить усы, потому что мне запрещают родители, но на самом деле они мне не запрещают, я их сам брею по праздникам. А, все, блядь, и реально, Вань, сорян. Все, я тебя прощаю. И пой, пожалуйста, песню без матерных слов. Договорились. Угу, спасибо большое. Алишер, спасибо большое, что ты выслушал, потому что Ване нужно было выговориться, у него прям накипело. Все. Угу. Все, мы с ним поговорили. И это был настоящий голос Моргенштерна. Вань, теперь тебе... ты простил его? Да, мне стало легко. Ура. Да, что видишь, как твой мужчина может просто в моменте решить вопрос с Алишером за секунду. Да, это очень круто. То есть представь, у него возник конфликт с Моргенштерном, один звонок, и конфликт просто моментально исчерпан. Ты понимаешь вообще уровень влиятельности своего мужчины? Я в шоке. Под стол. Чё, под стол? Зачем? Кто? Когда? А, ну там тапки просто. А, сейчас я надену. Давай. Вань. Что? Зачем? Я сама могла. Ну ладно. Тебе плохо? А что? Я просто ей надел тапки. Ладно. 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 Вань. А? Скажи, у тебя осталась какая-либо обида на Алишера? Нет, все, я его простил. Все, ты услышал, что ему жаль, и что он больше не будет так делать? Да, да. Все, супер. Даша, у тебя осталась какая-либо обида на Ваню? Я не обижалась. Ну, мало ли, судьба, можно мне готов? Стой, Даша, он туда плюнул. Вань, закрой бутылку. Убери ее. Убери ее. Ребят. Ты плюнул мне в воду? Нет, я просто сделал глоток и отдал тебе. Такого не... Ну, я так не поступаю. Угу. Вот. Ванёк. Да. Присядь на хуёк. Ой, точнее, хочешь чаёк? Хочешь чаёк? Я не хочу чаёк. Не хочешь чаёк? Нет. Окей, тогда звоню, сейчас скажу, чтобы мне несли чай. Даша. Не, ну ты себе можешь чай сделать. Могу себе чаёк я сделать? Хочу. А у меня есть лимонная вода. Окей, сейчас я пойду сделаю себе чай, оставлю вас наедине. Надеюсь, что не будет у вас никаких... конфликтов, сексов, ничего такого, пока я просто... Руку, пожалуйста. Без проблем. Хорошо, но... Ну да, у нас не будет никаких конфликтов. Опа-на. Как дела? Сколько тебе лет? Мне 17. Ой, круто. А тебе 15, да? Хотя некоторые пишут, что тебе 21. Это фейковая информация или правда? Что? Откуда? Откуда ты знаешь? Не волнуйся, SRC, такой канал есть, все постит. Я там смотрю информацию. Мне 16 скоро будет. А что там за шарики такие были? 2 и 1. Где я? На кухне. Откуда ты все это узнал? Ну, Даш, я уже все посмотрел, и балкон, и кухню, и другую комнату. Что он конкретно узнал? Что я конкретно узнал? Да не, неважно, ей скоро просто исполнится 16 лет. Кому исполнится 16 лет? Даше. Даше? Да. Да. А тебе разве не 19? Что мне 16? Нет, Даше пока 15 лет. Что ты делаешь? Рот свой вытер, грязный. Все, готово? Так, Скалян, какой хочешь дальше за... Как тебе мои губы? Скажи, они очень красивые на вид, но дай попробую на вкус. Сделай это, погрязивай. Не-не-не-не-не.
Нет? Что, я не хочу реально. Кто пукнул? Даша. Да. Ты нормальный. Петюню откидывай. Девочки. Девочки не пукают. Да, девочки не пукают. Ты чё? Значит, это Колян сделал. А может, Даша всё-таки пукнула? Девочки не пукают. А тогда почему запах от тебя исходит? Ладно, это я пукнул. Да. Разрывная! Это я сделал. Ладно, ребят, я отойду помоюсь. Да, ждем тебя. Хочешь? Не, спасибо. Знаешь, вот рот получается микроб. Ты не можешь пить после меня, что ли? Да. Это же трэш. Просто рот в рот получается микроб. Но не все, что ты положишь в рот, создаст микроба. Не, Даш, пей сама. Я и не такой в рот ложу, знаешь. А что ты еще там брала в рот? Ну, там разные вещи. А, вилки, ложки, понимаю. Вилки, ложки. Да. Конечно. Да. Речь идет о вилках, ложках. Да. Конечно, ребят, все верно. Все максимально верно. Итак, Ваня, Даша, на этой трансляции мы с... Это привычка. Не знаю. Но... Сейчас, Коль, сосредоточься. Сейчас, да, я сосредоточен. Так вот, на этой трансляции мы с вами можем... А, Коля, это балкон открылся. Ребят, вот я извините, что я выражусь так, может вас это задеть, но мне кажется, немножко неадекватно ваше поведение. Особенно как на первом свидании, оно немножко неадекватное. Извините, что, может, я не прав в каком-то... У нас свой вайб. Угу. Мы на вайбе, мы начали на расслабоне. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Новая песня, кстати, сочиняю. Ну да. Новый хит. Корейка, скажи, Даша. Что? Ты фитонешь с Ваней? Сделаешь ли ты с ним совместный трек за 215 рублей? Да. Ваня, ты сделаешь фит с Корейкой за 240 рублей? А ты текст выдал? Почему ему больше? У него просто на 30 сантиметров больше. На 40. На 40 сантиметров больше. Ну, рост. Ты текст выдал мне? Да, выдал. Давай. Вообще-то я лучше. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Да. Так вот, ребята, что бы я вам хотел сказать. Я думаю, что мы... Даша, пожалуйста. Я думаю, я... Всё, да, спокойно. Мы должны сосредоточиться. Так вот, извини, я так общаюсь. У нас иногда происходит общение такое вот, назовем его вербальное. Вербальное понятно, общение. Понятно. Вот. Так вот, ребята, я думаю, что... Кстати, Вань, попробуй с ней так поговорить. Ребята, всё, я не могу. Ребята, у меня пальцы сломаются. Я понял. Это был прекрасный разговор. Мне понравилось, что ты сказала про меня. Мне также понравилось признание Вани. Угу. Во многом это было очень, очень забавно. Спасибо, Ваня. Вот. Ребят, мы можем, я думаю, подводить итоги этого свидания, этого вечера и что-либо уже решать и делать выводы. Смотрите, мои... Дашунь, мои итоги таковы. Вы с Ваней, как мне показалось в ходе этого стрима, вы идеальная пара, просто идеальная пара, которая понимает друг друга во всем, поддерживает. Ваня принимает твои минусы, Ваня смирится с твоими сюрпризами, какими-то подвохами. То есть Ваня принимает все, да. Так же и ты принимаешь любые его какие-либо минусы, там усики его, что-то еще, ты спокойно это принимаешь. То есть у вас нет друг другу никаких проблем и конфликтов. Правильно, Вань? Да. Вы идеальная пара, и я считаю, что нужно будет это свидание, когда вот закончится стрим, нужно будет как бы
сделать из него нечто более, нечто большее, чем просто... Геракла. Heal me. Кто там? А, Геракла, хорошо. У него там своя трансляция. Вот, поэтому, ребят, я думаю, что мы с вами проведем еще свидание, где Ваня, получается, ты познакомишь Дашу не только со своим папой, но еще и с мамой. И оденешь Даше кольцо на палец. Нет. Нет? Нет. Почему нет? Ты про маму или про кольцо? Я про маму. А кольцо оденешь? Да. Да, да. Да. Ага. Правда? Это так мило. Давайте я выключу камеру, а вы поцелуйтесь первый раз. Вне камеры. Не надо, не надо. Просто, Коля, вне камеры. Перегибаешь. Один поцелуй вне камеры, вот пока не снимаю. А мы можем это сделать вне стрима. Вне стрима? Прям в сторисе, наверное. В сторисе? Да. А, поцелуй в сторис, ну окей. Нет, окей тогда. Окей тогда, поцелуй будет в сторис. Ребят, тогда... А почему ты так реагируешь? Мне не тяжело. Просто много людей смотрит. Но, да, много людей смотрит, и он стесняется, наверное, людей. Ты же, да. Мне кажется, но ты мы кто? Же их не видим. Да, мы их не видим, но они как видят нас. Как бы комментаторы нас смотрят? И у меня обращение, кстати, сейчас жесткое к комментаторам, к зрителям. Ребята, запомните одну вещь. Тише. Вот. Запомните, да это... Что ты так? Извините, я обратился. Мы дико рофлим, да. Мы дико рофлим. Я надеюсь, вы это запомните. Вы сделаете вывод, вы примете решение, и вы понимаете. Вы поймете то, что я хотел вам донести. С вами была Даша Корейка. Пожалуйста, ее инстаграм в чат, Катана. Инстаграм Даши в чат. Прямо сейчас в спам конкретно ее инстаграма, чтобы люди подписались. Нет, спасибо. Спасибо. Я знаю, что ему нужно. А, нет, я помню, что ты делала с этим стаканом. Дыши. Чего такие брез? Я могу вот после всех. Инстаграм Даши, пожалуйста, оформляйте все и подписывайтесь. Все могут попить, а я могу потом. Ванечка, мы знаем, что ты любишь. Тебе вот нужно чудо. О, спасибо большое. А можно мне? Конечно. О, а есть клубничная? Нету. Ладно. Пишка. Ты что, шоколадный не любишь? Ну, клубничная больше люблю. Нам же вечно пишут, что говно месишь. Поспамьте мой инстаграм в чат, а потом Ванин. А почему говно месишь? Катана, поспам сейчас мой инстаграмчик. Стой, подожди. Люди подумали, что это реклама чуда. Это не реклама. Это не реклама. Мы просто пьем сок, если честно. Вот знаешь, если бы Ваня был таким, знаешь, вот искренним, ты бы поцеловал в щечку Дашу на самом деле. Он поцеловал, ну, до стрима. По-моему, было. И было же? Нет. Не было? Нет. А, ну в щёчку дашь. Дашь, точнее. Не дашь в щёчку, типа, мне, чтобы... Бей, нормально. Вот так, Вань, смотри, в щёчку целует вот так. Да я покажу, я как подруга могу это сделать. Так, смотри. Вот так, вот с таким звуком прям. Понимаешь? Да. Давай. Давай я тебя просто обниму. Бля, заебала обниматься. Мы хотим поцелуй. Я заебала обниматься только. Ну, Ваня, такой он скромный просто. Да, я на 100% скромный. Меня парни вообще никогда не целовали. За всю жизнь и вообще никто не целовал, только я. Сестрёнка. Он просроченный? Даже никогда не целовал. Он просроченный, Вань. Спасибо, Хил, мне большое. Потому что я чувствую вкус плесени. Да, смотри. До какого он годен? Он такой. Он просрочен уже 2 недели. Он до 0. Ну что, сосредотачиваемся дальше и пилим контент дальше. Ну мы уже запилили. Целовать. Ну да, только с поцелуем вопросы. Типа, ну подожди, я могу объяснить за него. Он никогда не целовался, Даш. И ты вот так вот... Мы можем знать, где это сделать. На чём он не Я вас из подвала не выпускала. Вы можете поцеловаться, но это вы можете сделать, как Ваня выразился, на Порнхабе. Да. Все узнаете там. Все узнаете на Порнхабе. Ссылочка на мой инстаграм в чат. Поцелуй Даши Корейки и Вани выложил себе в сторис. На самом деле, не выкладывал нихуя. Но если... Может будет. Может будет, конечно. Обязательно выложим в ТикТок, в сторис. Вот, подписочка на мой инстаграм. Ребят, спасибо всем, кто был на этой трансляции. С нами был.
Иван Золо 2004! Я чё, робот тебе, что ли? А, извини, я так, чтоб ты... О, ты мне пятно оставил. Извини, так, стой, держи руку. И с нами была Даша, Корейка 2006. Ну, 2001. И с вами был я. Ответь на вопрос последний. Какой вопрос? Ты бы хотел поцеловать Дашу в губы? Ну, да. Сейчас узнаем правду. Тогда после стрима у меня в Instagram история Ваня и Даша. И ура! 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 Ура!